Эти потоки мутной воды и гул, исходящий от буровой установки, словно музыка для ушей тех, кто долгое время испытывает трудности с водоснабжением. Нынешнее лето для жителей станицы Северской стало сложным. Сразу несколько артезианских скважин водозабора вышли из строя. Три из них давно отжили свой век. Скважины многие, эксплуатационный срок свой выработали. Ну, соответственно, мы приняли такое решение, что вода – это приоритет. Может быть, мы обойдемся там какое-то время без ремонта дорог, либо без еще чего-то, но воду нам надо подать. Это самое главное для нас, для населения. Делаем все возможное. Благодаря вступлению в краевую программу в этом году откапиталят целых три скважины. В данный момент работы ведутся на скважинах номер 2 и 3. Около месяца здесь трудятся специалисты краснодарской компании «Кубаньбурвод». На второй прошли отметку в 134 метра. Проектная глубина скважин будет составлять порядка 400 метров. Специалисты говорят, что пока не столкнулись с большими трудностями и продолжают работу, не покладая рук. С раннего утра до позднего вечера. С полседьмого и до 8 до полдевятого вечера. Тяжело? Да, конечно. Это лето прям очень жарко. На скважине номер 3 работает другая бригада. Здесь прошли отметку в 250 метров. Это больше половины. Работа в палящий зной не останавливается ни на минуту. Откапиталив три скважины, мы в разы увеличим дебет воды поднимаемой. Ну и, соответственно, есть большие надежды, ну, соответственно, по заверениям специалистов, по нашим подсчетам, что мы уйдем на круглосуточный режим подачи воды. Кроме того, уже на следующий год ожидают капитального ремонта еще три скважины, стоящие на очереди. Готовы у нас еще три проекта также на капитальный ремонт, еще дополнительно на три скважины. Если брать в суммах, то капитальный ремонт одной скважины – это порядка 5,5 миллионов рублей. То есть это большие деньги для бюджета поселения. Мы своими силами это просто не потянем. То есть только при помощи краевой администрации, при помощи тех программ, которые существуют, которые дают нам возможность делать капитальные ремонты, ну и в дальнейшем, чтобы у нас все было с водоснабжением хорошо.